Господа, в чистоте Божие, на слово Тебе. Полезное для себя нашли в пользе для ближнего. Со светлой радостью в душе засеть пекарен Добропек. Радуется батюшка Николай, освящая благодатное дело. Не каждый сейчас в это время может себе позволить прийти в церковь. Кто-то болеет, у кого-то нет родственников, кто-то сейчас работает. И для этого мы решили, для удобства, для наших уважаемых и любимых покупателей, осветить пасочки. Пасочки творожные, с изюмом, на любой вкус, от знающих дело мастеров. Очень вкусно все, старинные рецепты. Традиции – наши духовные скрепы. Основа основ – эти общечеловеческие принципы. Любви к делу, дому своему и ближнему. Радостью оправданные заботы всем приносят счастье. Как добро сдобное от Добропека в эти пасхальные дни.